Супер Пэт Хэллоуин запустили очень много ивентов, среди которых есть гниющие испытания, где в качестве приза дается новый скин на Газа, и сегодня попытаюсь его пройти. Подогревает интригу то, что я никогда не проходил испытаний с попытками полностью. Берите себе что-нибудь вкусненькое, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Вы еще не забывайте там подписаться, коммент написать, лайк поставить и так далее. Только нужно сначала тиммейта найти. О, ну надеюсь, челики нормальные. А, понятно, меня выгнали. Ладно, вторая попытка. Опа, кто это? Нормально. А Джина мне взять, да? Ну ладно, сейчас, погоди. Кого, какую старку? Да пофиг. Я потом, наверное, возьму. Все, погнали. Кенджи. Это будет больно. Прям очень больно, я его ненавижу. Хорошо, что я взял Ерсу на Вижн в кустах, чтобы легче было играть. И нет, вообще плохо сделал. Хорошо. Хорошо, прям вот. Хотя это только начало игры, потому что в геймкрабе обычно все под конец разворачивается. Нет. Опять лох. Нормально. Хорошо. Хорошие тиммейты попались. К примеру, у меня есть друг. Он недавно мне рас... Он недавно хотел пройти испытание с рандомами. Короче, на первом уже этапе все попытки прокакал. Все. Первый край, первая победа. Вообще. Приятно. И я могу вас... Я хочу вас предупредить то, что, скорее всего, будет... Я буду заикаться, часто запинаться, потому что записываю без сценария. Ну, как бы это мой... Кто мне пишет? Нет, ничего, тебе не бей. Молодец. Да у меня вообще... Да у меня вообще все сокомандники-красавчики. Ладно, это было опасно. И я сейчас не буду тратить свой ультимейт, потому что все может быть, сейчас может быть, я не знаю, сейчас этот Рима тут залетит и убьется. Потому что я взял гаджет другой. Нормально. Нормально. Ура! Отсюда. Понял? Иди. Все, молодец. Мне кажется, сейчас его. Нет, нет, я ладно, ульту тратить не буду, подожду. А, уже мы первый этап получился? А мы уже первый этап прошли. Пока что без поражений. Я надеюсь, так всю игру будет. Вообще, так офигенно я разговариваю, просто так офигенно озвучиваю свой геймплей. И куда ты идешь? А-а-а, вначале. Что он делает? Ублюдок, мать твою, а ну иди отсюда! Говно собачье, я взорю... А, это бот. Кого не понабрали? Ладно, мистер Пи еще более-менее, вот Эдгар с Фрэнком, ну такое себе, знаете ли. Осторожно. Ладно, это было опасно. Давай, пингвина, хорош. А я бы мог так отмотить, надо было идти вперед, а не назад. Пайпер, это база, кто не согласен, то просто не умеет на ней играть, поняли? Ой, блин, комбо очень болючие. Каждый персонаж из этого комбо у него очень большой ДПС. У Бита очень большой ДПС, у Брока большой ДПС, и у Кольта тоже. Ну что-то не играть умеет. А там был Кольт ОХПшный, если смог убить. Вот видите, видите? 8 бит и 7 пульками меня попал, уже больше половины снес. Так как Байра не может нас хилить, я буду хилить. Давай, стянул! Почему я сейчас взял Джесси? Потому что на этой карте неопытные игроки, там всякие, просто там новички, например, все идут на мид сразу же. Они не играют по флангам, сразу же все на мид идут. Сколько получается прошла? Одна минута игры, у меня практически уже гиперзаряд готовый. Культой вот я кидаю, да. Да. Вот это еще большой урон, его сносит мою турельку, там кольтер создает нормально. И там Чак сейчас добьет. Нет, Чак не добьет. Нет, 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 нет. А что она за гаджет взяла? Она на замедление, что ли, взяла? В ограблении?
Она не попала ультой с гиперзарядом. Лохушка. Ну ладно, мы все равно победили. Ладно. We can do this. Too pretty for pain. Па парара па па парарарарара па па. Ладно, сразу же все вздыхают, просто неаккуратно играют. Еще один сдох. Я кидаю турельку, пока они не перезарядились. Астро... Сейчас кольт, погоди, потная, пота дуэль. Смотри, какая пота дуэль, смотри, смотри, смотри. А, звук был, анимация начала проигрываться, но тычки не было. А так бы ульту бы набил. I'm in the lead. Давай, 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 давай. Вот это, давай. Немножко, понемножку, понемножку, понемножку. Лошара. Все, мы победили. Что-то как-то легко. Подозрительно легко. О, вот это уже что-то прикольное. А ну-ка, интересно. Два спавнера, значит, да? Но если они вдвоем прорвутся на нашу базу и поставят своих медведей и турелек, это будет больно. Прям очень. А, у них кровь пока что. Вообще кайф. Это было очень плохо, это было очень плохо. Я сейчас сдохну, да, это было очень плохо. А. Чего? Почему они берут гаджет на замедление в ограбление? Зачем? И мой гиперзаряд, конечно же. Вообще, что такой офигенный боец, не знаю, почему и нет, многие ее не оценят. Она такая офигенная. В трио режимах она разрывает. До сих пор. Мифик. Скин на Лили! Ура! Да, конечно, и Эдгар с Нитой тоже. 100% просто... Нафига он Ниту взял? Хотя, знаете, Нита, она ж контрит дальников, по идее, потому что она спавнера, а дальникам нужно тратить дополнительные тычки, чтобы, как бы, снести медведя ее. А у дальников зачастую долгая перезарядка. Но все равно, на эту карту она вообще не подходит. Смотрите, как я по пинку сочно попадаю. Нет! Нет! Ты не убьёшь... Зараза, ты нашего Джина убила! Остался Эдгар с Нитой. Остался Эдгар с Нитой. Нет, нет, ладно, помогай. Ладно, хоть что-то там делаю. Или это другое. Давай, Славик. Давай, ну ты ж от апок, это 30 ранг с рандомами. Давай. Красава, Джин. Нет, осторожно. Да дайте мне хоть кого-то убить, ёпрасоте. Вот это мув, Слава, просто! Петр Олегович бы выпался, то и пожал мне руку. Я ж надеюсь, мои соседи не слышат, как я озвучиваю. Дабл поинты и мифик? Скин на Грея. Беглец Грей. Спасибо. Ну, интересный такой пик, знаете ли. Биа? Анжел тут must have. Биа, ну, более-менее, Гроу тоже более-менее. Давай, поди, Славик. Мне интересно, как я апал вообще смотреть этот ранг с родомами на Анжело? Если попасть банально не могу, я просто постоянно промахиваюсь и промахиваюсь и промахиваюсь. Еще раз промазал. А ну-ка, еще раз промазал. Сколько можно, Славик, соберись уже. Наконец-то я попал. Ну что-то мне не очень нравится наше положение, конечно, нас просто в углу зажали. Как котят. Ладно, я убил кого-то. Я попал еще один раз. Ура, даблкил. А прикинь, сейчас айс дам. Давай, и... Нет, дам айс. И... Хоть кого-то попасть. Не попал. Нас опять зажимать, мне очень нравится, точнее, наших твоих тиммейтов, они на лоу хп практически. Жалко, что Джин с помощью своей, по-моему, уже исцеляющей звездной силы может исцелять и себя. Это было вообще настолько офигенно. Это был бы контроль, саппорт, дальник, антидальник, анти... А, поэтому мы все помираем. Так. Давай, Джин, я знаю, ты сможешь это. Я верю в тебя. Ты сможешь его одолеть, у тебя гиперзаряд есть, буквально, прожимай гипер,
Регенится, прожимай гипер и просто залетай. Молодец. Правда, почему он раньше не прожал, ну ладно. А ну-ка, шо выпадет, распаковка. Нет распаковки. Спрей на Эша, я не убил кой. Поехали, фигня, распаковка дальше. Эдгар будет жестко нашего пика кошмарить. А так все остальные, ну такое себе. Главное аккуратно играть, потому что здесь... А, пофиг уже, нет, перелоски. Перлок. На что оно нателось, когда ты прижал этот гаджет? Нет! Ах ты! Затика, ответь! Ладно, все хорошо. Не попал. Надеюсь, не сдохну. А сейчас свою тычку не потратил. Зачем она еще атака? Я не понимаю. Практически Эдгар умер. И попал. Вообще сочно. Hey, I'm just winning it. Давай. Попал. И еще один. И последний раз. И этот. Победа! Мы прошли это, люди! Поздравляем, испытание пройдено! Я прошел испытание чисто с тиммейтами по лупе нашел. Просто чисто тиммейты по лупе нашел. Прошел, это первое. Второе, без поражений. Это первый раз, когда я прохожу испытание полностью с ограниченными попытками. Это первое. А второе вообще без поражений. 402 по мне. Офигеть просто. У меня нет слов, реально. Всем спасибо за просмотр, а я пошел автоматировать. Всем пока и до скорой встречи.